Всем привет! Вы на канале Nelfabit. Рынок криптовалют активно развивается, становится все крепче и оказывает большое влияние на традиционные отрасли. Вместе с развитием DeFi стали активно появляться различные проекты, которые предлагают пользователям различные перспективные идеи, призванные облегчить ведение бизнеса и расширить возможности, связанные с криптовалютами. Как и любую валюту, криптовалюту активно используют для торгов и инвестиций. Для этого существуют различные биржи, которые предоставляют своим пользователям обширный набор инструментов для облегченного ведения операций, связанных с торгами и инвестициями. Наибольшим вниманием сегодня пользуются мобильные приложения, которые позволяют своим пользователям не только торговать криптовалютой, но также и хранить ее, выводить фиатные деньги и множество других полезных функций. Одним из таких является стремительно развивающееся приложение Crypto.com. Благодаря ему можно безопасно торговать, инвестировать, хранить и держать огромное количество криптовалют. Главной задачей команды Crypto.com является расширение возможностей пользователей, а также упрощение DeFi, делая его более доступным для новичков. Проект обрел особую популярность в 2020 году, особенно их токен CRO, который занял свое почетное место в топ-10 рейтинга CoinMarketCap. Сейчас приложением пользуется уже 10 миллионов человек, что является ошеломительным результатом для криптовалютных проектов. Crypto.com выпустил второй годовой отчет The Economist Technologist Unit, в котором исследуется отношение к цифровым валютам как среди розничных потребителей, так и среди организаций. Проект идеально показал динамику последних событий в области криптовалюты, что показывает их высокий уровень профессионализма. В приложении Crypto.com можно безопасно приобрести 20 плюс фиатных и более 100 криптовалют. Также их можно приобретать по реальной цене при помощи кредитной или дебетовой карты. Каждый пользователь приложения, торгующий CTSI, может принять участие в акции и выиграть часть призового фонда. Период проведения акции с 20 мая по 3 июня 2021 года. У вас еще есть возможность побороться за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Похожая компания развернулась и для торгующих ING. Период проведения данной акции с 21 мая до 4 июня при призовом фонде 50 тысяч долларов. Также проект постоянно развивается. Например, биржа Crypto.com выпустила листинг нового токена. Счастливчиками стали CTSI, ING, MIR, TRB и T-Fuel. Теперь пользователи могут торговать этими токенами парами USDT. Кстати говоря, стоит отметить, что любой желающий может завести свою собственную, элегантную металлическую визовую карту Crypto.com и получить скидку на все расходы в размере 8%. Ее главными достоинствами является возможность пополнения счета как фиатом, так и криптовалютой, а также отсутствие ежегодных сборов. Всего существует 5 разновидностей пластиковых карт Crypto.com. Первая – Midnight Blue. Она полностью бесплатна. Бесплатное снятие денежных средств в банкомате до 200 долларов в месяц. Награды CRO составляют 1%. Вторая – Ruby Steel. Необходимо удерживать 400 долларов США в течение 6 месяцев. Бесплатное снятие денежных средств в банкомате до 400 долларов в месяц. Награды CRO составляют 2%. Третья – Royal Indigo и Jade Green. Необходимо удерживать 4000 долларов США в течение 6 месяцев. Бесплатное снятие денежных средств в банкомате до 800 долларов в месяц. Награды CRO составляют 3%. Четвертое. Frosted Rose Gold и Icy White. Необходимо удерживать 40 тысяч долларов США в течение 6 месяцев. Бесплатное снятие денежных средств в банкомате до 1000 долларов в месяц. Награды CRO составляют 5%. И пятое – Obsidian. Необходимо удерживать 400 тысяч долларов США в течение 6 месяцев. Бесплатное снятие денежных средств в банкомате – до 1000 долларов в месяц. Награда CRO составляет 8%. Далеко не все проекты обладают своими банковскими картами. Это делает Crypto.com полезным для пользователей. А также благодаря пластиковой карте можно тратить сбережения в любой части мира. Как уже говорилось ранее, проект имеет свой собственный токен стандарта ERC-20 под названием CRO. Он работает на блокчейне Ethereum и ориентирован на революцию в DeFi, платежей и NFT. Общее количество составляет 30 миллиардов токенов. Доступно только вторичное распространение, без предварительной публичной продажи, а также каких-либо ICO. Также данный токен позволяет получать более выгодные дебетовые карты, получать хороший кэшбэк и скидки на проведение операций. Поэтому хорошей идеей будет приобрести CRO сейчас, чтобы иметь привилегии на платформе, а также иметь возможность в будущем заработать на повышении цены. Crypto.com является крайне перспективным проектом,
главной целью которого является революция в сфере DeFi, упрощение ведения сделок всем пользователям биржи, а также преподнесение чего-то нового в саму отрасль криптовалют. Любой желающий может опробовать функционал платформы, а также приобрести CRO-токен, чтобы в дальнейшем получить хорошую прибыль. Данный проект является многогранным и перспективным. Сложно рассказать о всех его преимуществах в одном видео. Если вас заинтересовал данный проект, то вы можете ознакомиться с ним лично. Достаточно пройти на их официальный сайт, ссылка на который закреплена в описании под видео. Вы были на канале Nelfobit. Спасибо за просмотр!